Сначала был школьный этап конкурса, теперь его победители, а это 79 человек, уже попали на муниципальный. В целом же приняло участие в школьном туре 377 учащихся. Теперь борьба за выход на регион. Масштабы, которые приобрел этот конкурс, стали возможны, конечно, благодаря оптимизму, энтузиазму наших педагогов и неравнодушных, активных родителей, и, конечно, ребят, которые любят читать. Наша общая цель – это сделать чтение жизненно необходимой потребностью каждого ребенка. Нам бы хотелось, чтобы ребенок встретил своего, полюбил писателя, встретил своего любимого героя, может быть, нашел какие-то ответы на свои вопросы. Виктория Корчагина, ученица 26-й школы, кстати, участница конкурса, уже третий год подряд прочитала отрывок из произведения Бориса Васильева «В списках не значился». По условиям конкурса не допускалось чтение произведений школьной программы. И вообще мне очень нравится тема истории, тема войны. Как бы познаешь, что было до тебя. И как бы до этого посмотрела фильм еще «Я русский солдат». И вот он тоже вдохновил взять именно это произведение. И сегодня же были отмечены победители конкурсов прошлых лет. Среди них Захар Суханов, учащийся школы номер 55, который вошел в пятерку лучших чтецов России в финальных состязаниях конкурса. Они проходили в Артеке. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.